последний раз мэр Сочи проверял санитарное состояние микрорайона месяц назад. Тогда глава остался недоволен благоустройством этой части города. Жители захламили свои дворы мусором и бытовыми отходами. Сегодня картина уже иная. Мусор и хлам вывезли во время последнего субботника. Это должна быть система. Каждый день микрорайон должен быть чистый. У нас огромное количество гостей. Эти гости приехали в красивый, чистый, ухоженный город. И если наши жители мечтают о том, чтобы у них финансовое положение было хорошее, а оно может только хорошее быть за счет туриста, то должны понимать, что надо чистоту и порядок поддерживать. Почистили во время субботника и вот эту площадку. Сейчас она принадлежит Росавтодору, но за территорией никто не ухаживает. Глава города поставил задачу переоформить землю в муниципальную собственность и построить здесь детскую площадку. Также Пахомов дал поручение отремонтировать вот этот разбитый участок дороги на улице Тоннельная.